Ничего себе! Это вообще хороший зайчик. Слетай давай! Ребята, всем привет! Сегодня у нас суббота, охотничий день. Всю ночь лил такой нормальный дождь. Еще мы вот выезжали на охоту, еще дождь шел. Короче, тяжело ходить немного. Все мокрое, непонятно, где этого зайца искать. Ну, постараемся что-нибудь поднять. Все. Влад по полю ходит. Поле тоже такое перспективное. Сейчас непонятно, где будет лежать. Все-таки дождь такой был серьезный всю ночь. А я там следы видел какие-то непонятно. Ну так, чуть-чуть порыто. То ли как лиса, то ли заяц. Ну видно, что свежее. Очень зачетный кусок травы тут. Везде все зеленое, а тут трава такая. Все, зря сюда завернул, что ли? Получается. Давай вперед, чё. Ну, там старые следочки даже видно, поэтому. Ну, хватает. Уже даже после дождя. Если мы пешком пойдем. Не, ну да, поехали. Блин, вообще и тут прошел так. Блин, тут места такие, знаешь, там такая трава высокая, классная. Чего? Поехали. Да ну нафиг. Давай, вперед! 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 Нифига тут бутылок. Бутылок тут море. Ну-ка, заяц, алкаш может где-то лежит. Его что-то поднял. Скорее всего, что зайца подняла. Быстровато скололась. Шел посередине поля. Ну, я тоже думаю, что заяц. Ну где-то он видел. Потом вдоль канавы, это что вдоль дороги. И туда перескочил. Ну этого. Походу где-то в кустах лежал, именно да, под кустом. Я тоже думаю. Я шел навстречу тебе. Блин, куропатки столько. Сегодня опять можно сказать, что в новом месте охотимся. Ну вот тут я именно, наверное, никогда не ходил. Ну, в окрестностях-то охотился. Да ладно, больше здесь охотиться. Ну вот пока только одного подняли, да и то не видели, как бы конкретно, что это был заяц, но предположительно, что он, что собака подняла. И все. Ну вот, что под такой сосенкой ему не лежать. Типа старая Лешка или что-то. Она пробежала внутри.
Я быстрее, да? С полем! Даже не знаю, кто в него попал. Я слышу, ломится, все, думаю, сейчас подымет. Молодец! Бляха, и в низинке такой лежал. Молодец, щи. С полем. Первый твой заяц. Наконец-то выходили. Хороший зайчик. Все, хватит. Все, отдай. Чего отдай? Ну, мы примерно одинаково. Фу! Дай тебе шнурок. Мы примерно в одно время стреляем. У меня один шанс тут был выстрелить после того, как я скинулся. А ты бы тут, конечно, еще мог стрелять. Блин, наконец-то выходили зайцы. Столько, блин, прошли. Просто какие. Ну тут с него пуха хорошо выбилось вообще. А будешь лупить, ты увидишь, кстати, скорее всего, кто попал. Боковой или со спины. Ты же, получается, со спины стрелял, а я сбоку. Пофиг, в принципе, главное, что взяли. Чё под соснами не лежит, непонятно. Под сосеночкой раз бы прилег. И хорошо. И дождь не льется. И ветер продувает. Вообще супер. Ну давай, давай вокруг этого скотомогильника пройдемся. Тут я смотрю, собаки побегали. Может, тут уже кто-то охотился? Следы. Влад! Следы, кто-то ходил! Давай, ищи. Вперед. Давай поищи. Вот здесь хорошее место. Давай, чего. Давай. Это, наверное, раньше когда-то были этих. От больницы и от школы очистные. Ну тут собаки старые. А, вон я вижу тут следы. Туда-сюда кто-то ходил, капец. Нахожим. Не знаю. Что, смысл тогда туда идти? Чего, иди сюда. Иди сюда, я тебя поглажу, иди ко мне. Да, в прошлом году здесь подымали зайца, ходили когда. Место неплохое. Ну тут может и в корчи ложиться. Сегодня только в корчах подымали. В траве не подымали. Влад! Да ж... Ну вон с куста этого поднялся. Я, конечно, стрельнул так. Блин. Блин, на эту сторону выскочила. Ай бы ж, блин, на чистое куда побежал.
туда погнал. Вот с этого, да? Вот здесь вот лежал, в этом кусту. Как ты его это, когда я крикнул, как ты не увидел его? Ты крикнул, я уже не видел, я только жопу его увидел, когда он там был. Ну он вот так вот выскочил и вот так вот побежал походу. И вот там заскочил. Я сам его не видел. Ну я его увидел в кусту. Потом здесь не видел и уже тоже только там видел. Надурил косой, красавчик. О! Попал все-таки, ничего себе! Ничего себе попал, слышишь? Вот это я дал на... Чего, молодец! Вот это да! Да. Я тебя спалил. Спасибо. Ну подожди, еще ж не нашли. Где она его задавила? Чего, чего? Все, нашел. Нашел. Молодец, чего. Молодец. Молодец. Все-таки тройка это творит чудеса. Молодец, чего. Ничего себе. Это вообще хороший зайчик. Ну... Обалдеть. Хороший, да? Вообще, ты чё? Смотри, какой он здоровый. Обалдеть. Вот это он здоровый. Прикол, а не заяц. Я так ещё. Смотри, какой он здоровый, серый, вообще. Офигеть, намного тяжелее. Я говорю, хорошо, что пискнул. Ну. А если б не пискнул, чего пошла? Да пошла, а потом бы пришла. Но. И все. И она бы долго его драла, но ты видишь, она выбежала. Ну да, уже бы потом не нашли. Хорошо, что пискнул вообще, вот да, этот звук подал. Ну ты видишь, нормально ему или это чиво, конечно, подрало. Да не, это чиво подрало, там будем ну, шкуру будем лупить, будет видно. Ну это самый большой, наверное, в этом сезоне. Вообще здоровый, капец, ты посмотри на его морду. Жалко, нету весов. Ну, морда у него это. Это тяжелый, капец тяжелый. Сейчас пойдем Лешку его посмотрим. Чиво, это ты молодец сегодня, а? Два зайца, считай, добыло. Без тебя бы вообще никакой охоты не было. Ну. Смотрел на меня, да? Да, смотрел на тебя. Я на него чуть на голову не наступил. Он шморганул тут. И мне его, понимаешь, не видно за этим кустом. Смотри-ка. Да. Я ловил его, Лешка. О. 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 Вон и он лежал. Короче, Влад его прошел. Шморганул в куст, но меня тут не видно. Я выскочил и уже вот. Вот смотри, вот в тех кустах увидел. Ну вот где вот это высокое дерево. Увидел, как он забегает, и типа, знаешь, налево, я ему на опережение так и стрельнул туда. В куст, получается. Ну сегодня вообще собака отработала. На ура. И после выстрела мы стали. Буквально сколько? Ну, минут, ну, меньше минуты она нашла след, стала, заработала, поработала, ну, тоже минуту где-то. И заяц закричал. Ну, и мы сразу поняли, что все надо. Я лично вообще даже не думал, что я попал в него. Думал так, ну, стрелял на опережение, ну, думал, если попал, то он готов. Ну, вот троечка. Залетела одна дробина какая-то, буду разбирать, посмотрю, куда попал. С полем. Видишь, он хитрый, он знал, что ты пройдешь, и он сейчас ломанет в корчи. Чтоб ты ближе шел, допустим, к кусту, он бы этого, он бы поднялся и сюда бы, на похотовской. Ага. Чего? Не ходи за котом. Хорош. Взять, взять, взять! Хе-хе-хе.
Хорош! Я уже тоже его на мушке держал, но не стал стрелять. Фу, 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 фу. О, тоже конь. Все, чё, фу. Все, фу, нельзя, нельзя. Наша, наша, наша. Она ему лапу так отгрызла, или это так попало? Ну, не, это ты так попал, вот эту лапу заднюю. Фу, 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 нельзя, нельзя, молодец, молодец, фу. Молодец. Молодец, Сива. Чего нельзя? Пришлось бы Сергея добивать, если бы тебя не было. Да, пришлось бы мне его добивать. Не, ну может быть... Все, фу-фу-фу-фу-фу. Все, да. Все, молодец. Молодец. Тоже здоровый, да? Тоже большой. Ну не такой, но нормально. Нельзя, нельзя! Не, не была включена. Лошара. Где лежал? Ага. Тоже на тебя смотрел, получается. А далеко поднялся? Не, недалеко вообще, ну не знаю. А ты по дорожке шел, да? Не, я шел уже по траве. Ага. Смотри, прямо на краю дорожки. Вот дорожка, видно, что ездят. Нет, нет, да. На кониках катаются. И вот его Лёшка, вот. 3 метра. Не 3, я даже 2. Я думал, я, если честно, думал, что ты не будешь в него второй раз стрелять. Я думал, ты дашь собаке его словить. Ты еще второй раз. Замазал. Она в любом случае его подогнала. Да. Так-то ты промазала, она его и догнала. Первый раз по ногам ты ему стрельнул. Под низ. А второй раз выше. Не, ну я видел, я тебе говорю. Ну вот, 3 зайца. 4 подъема, но один мы не видели, как бы, слышали, только собака подняла. Думаю, что это был заяц. Вот так вот, 3 видели, по 3 стреляли, 3 взяли. 100% результат. Блин, ну охота, конечно, сегодня выматывающая была. С утра вообще было мне тяжело ходить. У меня еще зуб, короче, вообще. Но это того стоило. Влад, как всегда, не включил камеру в самый интересный момент, но носил исправно. С полем тебя, наконец-то ты обрыбился. Да, сразу, сразу 2. Ну, такая вот охота получилась. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угоде. А, Чива, забыл ей отдельную респектуху, да, сегодня молодец. Вырастить. Она всех отработала. По всем зайцам, что сегодня были, по всем она работала. Да, Чива? Одного выгнала, вот этого, которого прижала сейчас головой, и скалится. Этого она моего добрала, и этого добрала, получается. Короче, ты, Чива, сегодня молодец. Сегодня